Всем наидобрейшего. У нас новая развлекаловка. Вот такой интерактивный мячик. Сейчас попробуем. Эти уже ждут, конечно же, конечно же. Я же себе не могу же ничего купить. Все только... Да, лялищи. Подождите, подождите, товарищи собаки. Не дам, не дам. Ну-ка, отходите, отходите. Так, Соболь, подожди, ну так, Соболь, так неинтересно. Ну давай хоть позырим, как он. Ты, конечно, молодец, ты умничка. Ну давайте хоть посмотрим, как он бегает-то по полу. Подожди, Соболек, пожалуйста, миленький. Ну, ты, ну Соболь, ну, ну так неинтересно играть. Кати его ко мне, Сашуль. Конечно, через эту толпу еще попробуй прокати. Да подождите, дай он хоть покрутится, соболини. Ну что это такое, лопаточками как-то его пожамкать. Ты что за соболини, а? Соб. Оп, удивился такой, он у него завибрировал во рту. Скажи, что это такой мячик? А вот я и говорю, давай, Соболек, посмотрим. Ну ты такой хитропопус. Давай, давай, мы садим, молодец. Давай будем смотреть. Вот. Вот, эти хоть поудивляются, а то ты сразу же хватит. Так, это, шейк. Ну, давай покатаем его, а. Ну, нет, с твоими товарищами надо малышам потом будет дать. Продезинфицировать его и дать. Вы своими пастями большими, сразу же его хватаете. Нет, эта игрушка им не подходит. Вот этот господин Шейхунев и господин Соболев сразу же утащат и погрызут. Нет, для взрослых это не подходит. Сейчас продезинфицируем вирудезом. В общем, откладываем. Все, не. Милусь, ты там с детками поиграешь на втором этаже. В общем, с моими псами такая игрушка не прокатит. Тут же сожрут. Особенно двое. Шейхунек и Соболек. Нет, все, отобрали у вас. Отнесем потом малышочкам. Продезинфицируем на всякий случай. Потому что у нас все, что идет на второй этаж, все идет продезинфицированное, да? Вигуся, вот такие они. Два товарища. Сразу же все утащить. Очень хозяйственные. Очень хозяйственные малыши. Да, зайка. Ну, извини, миленький, как-то так. Нажим, понесем игрушку на второй этаж. Будем пробовать там.